Յուրաքանչյուրիս կյանքը բաժանված է փուլերի, որոնք մենք անցնում ենք մեր կյանքի ողջ ընթացքում։ Նախ հրաժեշտ ենք տալիս մանկությանը, մանկապարտեզին, ապա դպրոցին, աշակերտական կյանքի և մտնում նոր, միաժամանակ դժվար, բարդություններով լի կյանք։ Շրջանի թիվ 2 ռուսական դպրոցի ավարտական դասարանի աշակերտները տնօրենի և ուսուցչուհիների համար անակնկալ էին պատրաստել, այն մատուցվեց դպրոցի բակում։ Большое спасибо. Я пожелания свои вам уже сказал. Еще раз желаю вам здоровья и исполнения всех ваших желаний. Кто какое желание загадал, чтобы все эти ваши желания исполнились. Спасибо. Вот в это непростое время. Сейчас надо быть очень умным, в первую очередь. Здоровье в первую очередь надо беречь. А в остальном я надеюсь, что вы совсем справитесь. Спасибо. Так, ну и вам добрый путь. Спасибо. В этом году я окончила школу. И мне очень жаль, что все вот так получилось из-за этой ситуации. Но все-таки все, что бывает, к лучшему, так говорят. И я не буду грустить. И надеюсь, что все будет еще хорошо. Я уже выбрала свою профессию, кем я хочу стать. Я хочу стать врачом-стоматологом. Я выбрала эту профессию, так как в моей семье все врачи и, главное, стоматологи. И именно они положили основу, чтобы я выбрала эту профессию и стала врачом. Я хочу поступить или в Тбилиси, или в Россию, точно не знаю пока что. Но хочу сказать по правде в Тбилиси поступить, чтобы остаться здесь и дальше продолжить свою деятельность. Добрый путь, чтобы вы росли как розы эти, чтобы вы были счастливы, каждый свою дорогу в жизни нашел. Армен, я ничего не замолчил, Դպրոցական համազգեստներով կոկիկ և գեղեցիկ հագնված պարմանները և պարմանուհիները իրենց հրաժեշտի հանդիպումն էին անցկացնում հարազատ կրթօջախում և ամահացնում այս պահերը նկարներում, էլ որպես աշակերտ չեն մտնի դպրոց և չեն նստի մանուկ օրերի դասասենյակում։ Я собираюсь поступить в Славянский университет на курсы программирования, прикладная математика и информатика. Непростая эта профессия, но для меня интересная, и я люблю заниматься этим делом, так как в школе моим любимым предметом была математика и английский язык. И для этой профессии как раз нужны эти предметы. И эта профессия для меня как любимое дело, но не так, чтобы я работал только денег, а ради своего удовольствия. Мне нравится программирование, там создавать сайты. Я не собираюсь возвращаться ни на минуту, так как для меня нету здесь будущего, и только будущее, чем дальше, тем лучше для меня, потому что кто сюда возвратился с учебы, больших успехов не добился. Ուրախ շպիտներով, բազում ակնկալիքներով և նպատակներով լի այս երիտասարդները թևակոխելու են նոր կյանք և արդեն ընտրել են իրենց կյանքի ուղին։ Я выбрала профессию врача. Хочу поступить в Ереван, в Государственный медицинский университет, факультет стоматологический, а потом собираюсь продолжать на челюстно-лицевого хирурга. Я эту профессию с детства люблю, с детства хотела стать врачом, поэтому я выбрала эту профессию. Я просто люблю эту профессию.
Բարի երդ ձեզ, սիրելի ավարտականներ, թող ձեր կյանքի նոր ուղին լինի հարթ, առանց խոչընդոտների և ձեր բոլոր երազանքները, նպատակները իրականանան։